Да. Сиди. Так, ну пищевая сумочка. Мы перевязали. Пусть головной коробки перевязал, а сумки нет. Давай за это. Перевяжу побыстрее. Да я закрою, ничего не надо. Давай. Кора. Здесь у нас был костер, мы его зарыли. Сейчас только садимся как в машину, фотографируешь, и там на дорогу выйдем. Ты, Николай, я поеду или ты поедешь? Ну, до дороги я посмотрю, на что ты, брат, способен. В кирзовых сапогах на что я способен. Ну, в кирзовых, я не знаю. Я в кирзачах поеду сейчас. Если вдруг чего, я могу и переобуться. Это была у нас ночная стоянка. Господь какие осины дал. Высокие, толстые, ровные. Машина-шкаф. Да, это точно. Так, экстремальную обувь снимаю, одеваю цивилизованную. Сейчас я поеду на машине. Как будто ничего под машиной нет сегодня. Все. Чистые носочки, так, новые, жена купила. Вот и запрет, и тогда садимся. Что, Сергей ушел с собакой, он ушел сюда? А, здесь он. Ну что это тут? Сюда я его пристегну. Ну что, ты поедешь? Я поеду. Ты поедешь? Ну, Николай сказал. Что, за рулем, да? Да, сейчас он посмотрит, на что я способен. Ну, а я рядом просто посмотрю тоже. Володь, ты зайдешь? Нет, подожди, это ты договариваешься с Игнатиком. Сейчас смотри. Нет, я вперед все. Ты разговаривай, что вперед. Давай, вот ты, Николай, первые твои действия, да? Вот ты садишься за баранку автомобиля прямо, начинай. Замок. Вот, видишь, замки зажигания. Я это тоже получаю. Ты смотри. А Володя пусть сзади. Серег, ты просто смотри. Володь, на моем месте пока поедешь. Ты тоже меня учил. Сейчас что, он какие ошибки будет делать, ты смотри, ладно? Ничего. Николай, что ты потерял? И вот ты еще капот открываешь. Рычаг он открытый? Так, капот закрыть. Закрыть все двери. Первым действием закрыть. Так, ключ где был? В замке зажигания ключ был. В замке. Ты идешь. Я пошел, закрыл двери. Потому что Игнатий меня заклял обеда лишать. Если я в левую сторону, право видишь? Это надо быстрее делать. Влево закрыто все. А, чуть-чуть, там на 40 чуть-чуть, дрожь, чуть-чуть. Так. Теперь второй капот посмотрел, я не знаю, что там посмотреть. Так, давай узнаем, что смотреть. Сильнее захлопнуть. Что это, собачки вот. С левой стороны, вот. О, вот какой песик. Смотри, на лапах-то у него. Какие надеты предохранительные. Тут все обдумано. Сегодня убрали, почистили шерсть. Перышком выгнали. Не надо, зачем? Потом нужно.
залезть, посмотреть, нет ли соплей, потеков. Вытаскивай, вытаскивай. Соплей, потеков. Так, а куда смотреть, в какую точку? Ну, везде. Везде, вот где могут. Ну, здесь масло. Масло откуда? Вода не капает. Вот, вот здесь там масло может быть, да? Везде может быть сопли, жидкость, где вот видно, ну потеки, жидкость, масло, щуп. Сразу прям раз, так, подожди, дай гляну. Ну вытаскивай, вытаскивай, сейчас капать там начнет. Смотри, уровень. Его видно, он. Нормальный уровень. А где? Да, между кем и кем он должен быть? Вот между вот этой и вот этой. Ну нет, нормально, то есть уровень. Мне не объяснили, где уровень. Нормально сказали, а я не понял, как нормально. Там риски есть. Если ниже риски, там две ризочки и даже три. Геннадий Тихонович, он издевается надо мной! Нормально стоял так. Все, закрываем. Вот так, раз, и она сама. Не-не-не, ну да, правильно, отпускаешь, все. Она сама захлопывается. Потом садишься за руль, да? Даешь команду. По машинам! Да. Давай, залазь. Да. Поворот не включил. Вот наша Благовещенская машина. Снимай, это бесполезно, Игорь, ты рулёк.